Здравствуй, Соколов. Я не буду читать тебе нотации, тем более, что у нас в последнее время происходят странные события. Вчера не вышло на работу 20 сотрудников цеха номер 1 и 30 сотрудников цеха номер 2. На родительском стаде цыплят рвали клетки в клочья и вырывались наружу. Все это результат последних успехов нашего птицеводства по приросту веса бройлеров. Хотя профессор зоотехники Холмогоров сообщил мне, что это никак не связано с его экспериментами. Однако у меня все это уже начало вызывать массу сомнений. Я не могу найти сторожа. Он также не вышел сегодня на работу. Я прошу тебя разобраться в этой проблеме. О результатах доложишь мне завтра к вечеру. Ну все, я жду вас. Увидимся завтра, Соколов. Ну, сила есть, ума не надо. Ты что делаешь? Ну, сила есть, ума не надо. Ты что делаешь? Ну, сила есть, ума не надо. Ты что делаешь? Ну, сила есть, ума не надо. Перестань портить казенное имущество. Ущерб я вычту из твоей зарплаты. Ты что делаешь? Клятый склероз замучил меня в последнее время. Приходится делать записи весьма необычным способом. Неделя первая. Состояние цыплят в стаде. Сонливость, повышенная возбудимость отсутствует. Температура в клоаке нормальная, оперение отсутствует. Неделя вторая. Вес особей превышает обычный ровно в 2 раза. Температура в клоаке превышает норму в 1.5 раза. Грудная мускулатура в тонусе. Оперение отсутствует. Неделя 3. Вчера ко мне обратилась Галина Петровна, птичник. В ходе успешного эксперимента и его реализации в жизнь выяснил.
Отпуска предприятия тонна легированного металла. Право выдать юбилейную плавку в ходе соревнований завоевал коллектив Столиваров Свириденко. Интересно отметить, что на выпуск первых 50... Thank you.
Сталинском металлургическом заводе. В ходе соревнований завоевал коллектив «Соливаров».